Ребят, привет! Скажите, как меня слышно и как меня видно? Напишите, пожалуйста. Так, и пока ребята собираются... Сейчас попробую найти. Я сейчас, ребят, найду конкурс по депривации. Если кому-то не сложно будет, то потом напишите, пожалуйста, это в общий чат, и я раскидаю потом, или мне в личку, или я потом напишу, чтобы ребятам было понятно. Сейчас я скажу по отзывам. Сейчас я найду. Вот отзывы. Вы их можете проверить сами. Но условия я изменила. Так, как? Отзывов было не так много, как у нас было вообще на марафоне. Поэтому, чтобы было неповадно, я решила сделать по-другому. Первое место занимает просмотров. Первое место это Лика. Девочка моя, она, я ей даю не 50% скидки, а 100% скидки, то есть она бесплатно участвует в любом из онлайн-марафонов. Лика, девочка моя, если ты меня смотришь, то ты можешь на любой из марафонов применить свое бесплатное участие. Вот. А второе место. Это Андрей. А, Андрей и Наталья, второе место. Они поделили ровное количество просмотров. И Ксюша, третье место. А, в общем, второе место поделили Андрей и Наталья. Они получают 50% от любого марафона. 50%. Ксюша получает не 30, а 40% от любого марафона. И все остальные ребята, которые оставляли отзыв, у нас они все есть, да, они все получают 30% скидки от любого марафона. Вот. Поэтому все будут с подарками. Вот так вот. Вот так вот я решила. Вот, ну и еще, ребят, сегодня я вам такой дам немножечко вводный по пранафиту. То есть изначально, когда я его планировала, пранафит, я думала, что он будет вот таким. И мне почему-то казалось, но я же по себе ориентируюсь, да, мне почему-то казалось, что на него наберется максимальное количество народа в ближайшие чуть ли не часы. Но по факту получилось не так. И это, опять же, не хорошо, не плохо. Это то, что мы имеем. Но за это время у меня произошли очень глобальные трансформации во мне. И я сейчас понимаю, что тот, который я планировала дать пранафит, но у меня его не получится дать, потому что это урезанный формат. Я не могу давать урезанный формат, иначе в меня не войдет новая информация. Поэтому я могу дать только максимально то, что есть во мне сейчас. И мне его нужно побыстрее выгрузить. Поэтому это будет не только, какая мышца отвечает за что. Это будет не только клеточная клетка. Это будет, скорее всего, как еще и лекции. То есть я буду показывать, рассказывать.
показывать, какая мышца, при каком упражнении, какие сухожилия, какие мышцы тянутся, на что они реагируют, что они нам дают во внутренний мир, что они дают нам во внешний мир. Но еще и как мы можем через запахи, я вам сейчас расскажу, что это такое, через запахи это все усиливать, это все реализовывать, трансформировать. И, конечно же, то, что я сейчас вижу, это не массовость. И я, наверное, вообще не про массовость. Я, наверное, про то, кто уже готов услышать. Именно меня. Я не говорю, что я такая вот вся такая большая, хотя тоже принижать себя не имею возможности, не имею смысла. Это как закрывать вас, принижая себя, да? Но это про то, что насколько человек готов идти, чтобы раскрыть себя не как физическое тело, то есть мы там будем говорить про лишний вес, мы там будем говорить про недостаточность веса. И я вам немножечко приоткрою такой момент, да, что когда человек готов уйти из этой плотности, либо который готов, чтобы его вообще никто не замечал, вообще, он сбрасывает вес. Если на ваших глазах кто-либо умирал когда-нибудь, либо вообще, в принципе, вы видели, да, смерти, вы можете сравнить, каким он был при жизни и каким он находится, например, в гробу. Это абсолютно два разных человека с абсолютно разной массой тела. То есть человек, который умирает, он, когда он умирает, в связи с моей деятельностью, с моей профессией. И вообще в жизни так получилось, что я это наблюдала, когда люди умирали на моих глазах, они сутся, срутся, блюют, то есть они скидывают максимально весь баланс за минимальное количество времени. То есть от их веса остается от 60 до 30% в том, в котором они жили. И что это такое, мы тоже будем говорить это на пранафите. Мы от этого просто не уйдем. Это, наверное, глубже, чем пранафит. Это, наверное, я хотела сделать такой пранафит, это как давайте со мной побегаем, давайте вот это вот сейчас поделаем, вот это вот упражнение, давайте вот это сделаем. По факту это все бессмысленно, пока мы не увидим суть и истинность нашего физического тела. И именно поэтому в любом случае я должна предупредить, и поэтому я говорю, что до 1 декабря цена остается такая, какая она есть. С 1 декабря по 1 февраля, 1 февраля стартует этот марафон, по 1 февраля будет уже цена ровно в 3 раза выше. И вам уже в этой плашке сказали. И это опять же минимальная цена вашего постижения самого себя. Насколько вы готовы вкладываться в себя, не в меня, ребят, не в меня, в себя, да? Вот, и я бы хотела, наверное, знаете, про что сказать? Я сейчас попробую сделать вот так вот. И, наверное, вот так вот. У меня, к сожалению, нет доски. Блин, ребят, я не могу ее сейчас купить по определенным причинам. Но если будет доска, конечно же, будет. Я попробую ее купить. У меня просто сейчас нет средств, значит, нет надобности. Может быть, так. Вот. Если у кого-то есть ненужная доска, на которой, знаете, маркерами пишут, то присылайте ее с дыком, я ее заберу и буду вам показывать, что происходит. Вот. А сейчас я бы, наверное, хотела рассказать вам, что рассказать и немножечко прям нарисовать
нарисовать то, куда мы пойдем. То есть наше тело, оно в любом случае... Что такое я? Это клетка, да? Что такое наша планета? Это та же клетка, только, наверное, в... В таком, в более большом варианте. Вот и все. Вот. И клетка – это основное, да, вот это вот, смотрите, вот это вот наша клетка. Ядро клетки. Но нас с вами интересует на сегодняшний день, давайте я вам сейчас расскажу про митохондрию. Митохондрия – это двумембранные органоиды, участвующие в клеточном дыхании, и которые обеспечивают клетку энергией. Это как раз энергия про то, про что мы с вами говорим. О чем мы с вами говорим, что откуда же мы берем энергию, как она происходит. И в том числе и на пранафите мы будем это все обсуждать. Энергия, которая запасенная, в аденозинтрофосфорной кислоте, АТФ. Давайте я просто буду говорить АТФ. Это органоид, который находится в цитоплазме. И выглядит она вот как такая вот фасолька. То есть вот один слой, он такой как бы более гладкий, а второй вот, вот он вот такой вот. Вот это вот фасолька как раз, которая есть, да? Которая состоит из двух мембран. Вот первая гладкая и вот эта вот вторая. Она как вот это вот как суставная сумка. Мы, кстати, с вами поговорим и о коленях, почему у нас колени болят, что с ними происходит, что нужно качать, ребят, что нужно, на что делать акцент, чтобы не болели колени. Мы с вами тоже об этом поговорим, и суставная сумка, это будет в первую очередь присутствовать, почему у нас болят колени, почему у нас хрустят колени, почему у нас опухают колени. Это про все мы про это проговорим тоже на этом марафоне. Вот одна мембрана получается гладкая, другая, она получается как извилистая, где происходит вот как раз вот этот синтез АТФ, это аденозинтрофосфорная кислота. Не могу ее проговаривать, ребят, меня не хватает на это. Вот. И мы как раз работаем на молекуле расщепления, которая называется АТФ. Это которые жирные кислоты, вот сюда вот они идут, как раз жирные кислоты, которые несет вот сюда, где и выделяется энергия. Жирные кислоты, мы с вами будем разговаривать, где берутся в нашем организме жирные кислоты на сухом голодании и на еде. Как раз вот эту энергию из суставной сумки мы и расходуем. И у нас есть так называемая, скажем, L-карнитин, если говорить на языке спортсменов, да? И вот этот вот L-карнитин находится в поперечно-полосатых мышцах и печени. И в поперечно-полосатых мышцах и печени, это как раз мы говорили в том числе, и когда мы говорим о трапеции, которая вот у нас тройная мышца, да, и когда мы не берем энергию от своего рода, когда мы чувствуем, знаете, бывает такое чувство, что
Вот я как бы что-то знаю, вот у меня что-то вот есть такое, вот как предчувствие, а взять это не могу. Это как раз вот эта вот трапеция, которая у нас не работает. Когда ты не можешь взять весь опыт твоего рода, который есть уже в тебе, он никуда не делся. И это та же самая клетка, о которой мы будем с вами говорить. И когда вот этой энергии недостаточно, у нас не хватает времени, у нас не хватает ни времени на что, ни энергии ни на что. У нас опускаются руки. Знаете, бывает такое, что вот, я все знаю, я это уже проходил. Мне уже ничего не интересно. Я, видимо, пришел на такой этап просветления, пробуждения, где вот мне ничего не интересно. Направьте меня, пробудите меня. Что еще в этом мире интересно? Вот вы так все говорите, нееды такие, что у вас все так клево закручено, а у меня ничего этого не происходит. Что же это такое? И это, ребят, не только осознание, это не только голова, это наше тело, от которого мы пытаемся периодически отстраниться. Это когда мы пытаемся не только отстраниться, это когда мы пытаемся не только уйти в какие-то познания, глубинные познания своего разума, а тела. Вот мне с детства всегда было интересно. Я помню, мне было 4 годика, и я подхожу к бабушке, а я уже вам рассказывала, что меня, в принципе, с детства было, ну, очень сложно заставить есть. Я тот ребенок, который забывал всегда про поесть, и у меня бабушка такого, с такой старой закалки была, моя бабуля, она тем более была поваром, и для нее было катастрофично смотреть на мои острые коленки. И я до сих пор помню, как она варила, жарила пельмешки самолетные. И пока я играла, она подсовывала мне эту тарелочку, чтобы хотя бы в процессе игры я хоть что-то съела. И я этот момент очень хорошо помню. Я как раз его очень, я его пропишу в книге, с кем я играла, кого я видела, с какими мирами я взаимодействовала на тот момент. Вот. И это как раз те моменты, когда мы находимся в том, в той плотности, в которой мы можем взаимодействовать максимально через свое тело, которое мы отталкиваем. И тогда я помню, что я, вот у меня мама только начала работать начальником поезда на железной дороге, и она очень много работала. И когда она, у нас тогда не было денег, вот, у меня это из памяти прям было стерто, мне эта сестра уже рассказывала, что когда мама только начала работать, она столько работала, что у нее отказали ноги. У нее отказали ноги, и она была лежачей. То есть к ней приводили две конференции профессоров, которые смотрели, что у нее там такое, почему она не ходит. Но никто ничего не мог определить. И мама была какое-то время лежачей. Пока мама была лежачая, мы с сестрой и с бабушкой, пока бабушка была на работе, бабуля, мы с сестрой ходили, собирали бутылки, чтобы их потом сдать, чтобы купить какие-то продукты. То есть было вот настолько тяжело. И потом в определенный момент, там, может быть, я вам расскажу, как какие-то моменты случились, и мама встала и начала работать. У нее пришли ее осознания, которые... Я бы, наверное, сказала, что на тот момент они были неправдоподобные для того времени. Наверное, так как-то это было. И она встала и начала работать. И вот как раз, когда она начала работать, она очень много работала. То есть это была
Очень тяжелая работа. Она сначала была просто проводником, а потом уже начальником поезда. Это как раз когда она работала проводником, я помню, что мы с сестрой, мы ее встречали, она приезжала с рейса, ну, это примерно где-то было 4-5 дней, да, 7, смотря куда она ездила. Мы ее встречали, и мы всегда готовили сценки для нее. С каким-нибудь там в пижаму набивали там каких-нибудь одежд, там на гладильной доске там свешивали ноги, а руками там что-то делали, ноги свешены были. Вот. И помимо этих сценок мы маме наливали в ванну воды, и кто-то с ней обязательно сидел, потому что она настолько уставала, что она засыпала в воде, чтобы она не уснула и не захлебнулась в воде. Либо я, либо сестра сидели с ней, пока она мылась, пока она сидела, отмокала в ванне. Вот. После этого она есть не могла, сначала отсыпалась там сколько-то часов, практически сутки. Потом она только кушала и смотрела наше выступление, приготовленное ей. Я это помню до сих пор. И вот как раз, когда она уже отходила, я помню, что я все время ее заканывала. Я говорю, мам, говорю, ну как так? Ну вот смотри, вот кто мной управляет? Вот это же вот косточки, это вены. А у меня всегда были поверхностные вены, которые у меня, вот они до сих пор. Мне все время говорят, что у тебя такие вены? Что у меня с детства такое? И я все время, ну как вот так вот косточки все видно, вены все видно. Кто нами управляет? Откуда вот у нас вот это вот все есть? И мне это было настолько интересно, я понимала, что это, ну, вот настолько не просто так, пока от меня уже не начинали отмахиваться. И сейчас я потихонечку к этому прихожу. Насколько у нас в этой плотности тело нас не только защищает, но и насколько оно нас вытягивает к осознанию нашей души, наверное, так назовем. Потому что когда вы умираете, это же вы покидаете физическое тело, но это не конечный этап, вы уже все об этом прекрасно знаете. И есть достаточно много уровней, когда вы выбираете новых родителей, когда вы проходите новые этапы. Вы можете сюда пойти, вы можете сюда пойти, вы можете сюда пойти. То есть сюда пойти – это реинкарнация, сюда пойти – это другая стадия плотности, сюда пойти – это следующее передавание опыта. То есть тут очень много всего. То есть когда вы покидаете свое физическое тело, у вас просто вот так раскрывается. Но это не говорит о том, что вам нужно стремиться сюда. Это говорит о том, что в каком состоянии души вы покинули свое тело, в каком состоянии осознания вы его здесь оставили. Это, знаете, как мусор. Вот мы все такие благостные. Вот я бутылку выбрасывать пластиковую не буду. Вот я вот такой вот себе там сумку заведу, с которой я буду постоянно ходить, чтобы не выбрасывать эти пакеты, а тело-то ваше также, в каком состоянии вы его оставите в этой плотности? Почему вы его оставили в таком состоянии в этой плотности? Почему вы не узнали о том, что вам дано этим телом? Что вам дано в этой плотности познать через это тело? Потому как вы, когда вы выходите сюда, вы здесь уже не познаете, что вам дано из этого тела. И только в этом теле вы можете познать вот это вот весь функционал своей физики. И он, ребят, настолько прекрасен, это единственное, ради чего нужно жить. Потому что все, что мы делаем, машины, квартиры, какие-то близкие, для которых мы пытаемся быть хорошим, это такое говно говнищенское. Это вообще не про то, что для нас есть. Вот я сейчас смотрю, вот если кто-то следит за мной, да, получается, вот мой дом, передо мной еще один дом, обрыв и море сразу, все. То есть я могу выйти из дома, у меня из дома сразу же слышно море.
Я могу выйти вот из дома, из кухни и видеть все море, потому что тут обрыв. И вот здесь вот обрыв, у нас дикий пляж. И здесь стоит домик моряков. Моряки, у которых лодки, к которым мы, когда летом ходим, мы оставляем сабы, мы оставляем там матрасы, там еще что-то. То есть они местных знают, и они, например, там ездят там за рыбой, там еще они местным продают. То есть, ну вот все вот такое вот как бы по-местному. И когда сегодня утром смыло просто их домик, и рыбак, который там же постоянно кто-то остается, но они как дежурят, вот, и рыбак, который успел уйти из этого домика, вот его смыло, этот домик полностью смыт. И мне сегодня скинули вот это вот видео, и я, в принципе, утром стояла, смотрела на эти волны, но мне прям туда-то не видно было домик. И у нас в Сочи не осталось ни одного целого берега. То есть все размыто. И это, представляете, вот в одной реальности, в одной плотности происходит так много вещей, несопоставимых друг с другом. То есть в 10 метрах от меня смыло дом. На ближайшем пляже смыло нескольких людей. А я утром точно так же отправила ребенка в школу, а потом поехала по своим делам. Как будто ничего не произошло. И так же живут миллионы. То есть в одной и той же плотности, в одной и той же реальности происходят как обыденные вещи, так и какие-то радостные, так и трагичные. В одно и то же время. Для разного забора людей. Понимаете, как мы живем? Куда вы попадете? Что вы готовы пройти через свое физическое тело сейчас? Что вы готовы сейчас сделать через свое физическое тело? Что вы готовы воспринять через свой ум? Что вы готовы осознать через свою душу? И это все происходит единомоментно. Но если вы не познаете свое тело, то что вы познаете? Какие-то благостные, пердячно-философские моменты? Зачем они? Какие-то аскезы через тело? Для чего? Вы же не познаете саму суть. Саму суть себя, как субстанции, не энергии даже, а выше, чем энергия. Себя как субстанции. Но чтобы это познать, если вы познали душу, если вы уже здесь, вы познали свою душу, что я есть душа, то как вы познаете, что я есть через физическое тело, не углубив душу в свое физическое тело и не расширив ее над ним? Ведь только так мы можем прийти к истинности самого себя. И когда он спрашивает меня, а какое наше предназначение? Ребят, это же взрыв мозга, это бомбическое, когда мы познаем себя, когда ты начинаешь понимать, что насколько все связано абсолютной простотой за какие-то абсолютно поверхностные, незначительные вещи. Когда нам продают какой-нибудь дорогостоящий крем, который не может впитаться в нашу кожу. Невозможно. Молекула крема, она настолько плотная и большая, которая не попадет в эту митохондрию никогда. И в эту митохондрию может попасть только аромат. Аромат масла. Аромат чего-либо.
Только тогда он может раскрыть митохондрию. Что может увеличить митохондрию? Розовая радиола, которая стоит 3 копейки в аптеке. Это просто корень травы, которая в биогенезе митохондрии становится больше. Количество митохондрий становится больше, оно становится сильнее. Оно стимулирует количество митохондрий. Но она не расширяет кровеносные сосуды. И это значит, что она не повышает артериальное давление. А ведь всего лишь какой-то корень. Тот корень, который наша кожа, наша душа, наше сознание всегда чувствует. Попробуйте подойти к живой митохондрии, и что с вами будет? Какая вибрация будет от тела? И ведь эта вибрация тела будет на множество ароматов. И как раз в марафоне Пранафит мы будем говорить через не через какое питание, а через какие травы внутри себя и через какой аромат снаружи мы будем раскрывать какую мышцу, при какой физической активности, чтобы принять опыт ДНК, опыт нашей планеты, опыт вашей планеты, не все с этой планеты. Что вы здесь делаете? Что вы нам несете, земным жителям? Что мы вам должны дать? Какой энергообмен, какой энергоресурс происходит между нами с вами, между душой и телом, между планетами, между галактическими рукавами? И все это начинается с нашего тела. Поэтому, ребят, да, это будет вот такой вот марафон в 14 дней. Насколько уж он вам нужен, решайте сами. Я у всех, конечно же, обнимаю. Думайте. Присоединяйтесь. И идем с вами дальше. Всех обняла. Всем пока. Благодарю.